1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум. Для работоспособного населения он будет составлять 20 362 рубля. Для пенсионеров прожиточный минимум поднимут до 16 066 рублей. 31 декабря с 18.00 проезд в городских троллейбусах и автобусах номер 5, 14 и 29 будет бесплатным. Праздничная акция продлится до последних рейсов в последний день уходящего года, уточнила глава Петрозаводска Инна Колыхматова. В год семьи жители Карелии примут участие во всероссийской акции «Всей семьей». Самые активные получат приз «Путешествие по России». Фотоотчеты с творческими заданиями нужно публиковать в соцсетях с хэштегом «Всей семьей 10». 6 января в Петрозаводске пройдет конкурс по шашкам для любителей. Первый, кто сможет обойти экс-чемпиона Карелии Степана Ипатова, получит 20 тысяч рублей. В состязании могут принять участие жители Карелии любого возраста. Ботанический сад ПетрГУ открывает сезон зимних экскурсий. Сотрудники приглашают полюбоваться красивыми зимними пейзажами и узнать интересные факты из жизни растений. Записаться на экскурсию можно в группе Ботанического сада ПетрГУ в соцсетях.